я хочу особо подчеркнуть. Вот у организма имеется своя какая-то крепость. И если думая, что, допустим, ага, вот у меня там ослабли связки, еще что-нибудь там такое вот надо делать, то когда имеется вот такое вот паразитарное, значит, разрушение организма, то все эти укрепления не работают, они только наоборот, нагрузочку дал, она наоборот трес, и все. То есть вначале надо вывести этих всех этих паразитов, микропаразитов, вот, а в дальнейшем уже начинать потихонечку там укреплять, растягивать или делать какие-то там статические упражнения или еще что-то и так далее. Вот это вот важно. И еще я хочу заметить, ну, это уже со своего собственного опыта, внедрение вот этой вот паразитарной этой инфекции разного уровня, оно как бы происходит по этапам. Сначала может быть только раз, что-то на коже, а потом исчезло. Потом раз, какие-то недомогания у вас, исчезло. То есть, когда уходит все вглубь, вот это вот проявляется различными причинами. Далее она, значит, вот расстройство там кишечника-то постоянно будет, потому что, грубо говоря, прет. Она уже не столько в кишечнике живет, а в кишечнике с крови может заходить. Из ткани может заходить. Далее, если все это гоняется чем-то гоняется, она, значит, будет влезть в сухожильную ткань, в костную ткань, вызывать там свои это образования. И, как бы сказать, вот так вот с поверхности уходит вглубь. И там уже начинает тлеть, оттуда, как бы сказать, совершать набеги по всему организму. Вот это я вам хотел сказать. Ну, как-нибудь о симптомах этого вторжения я расскажу поподробнее. А пока вот так вот. Кратко. Ну что, на тропе идем.